Исполнительный директор Института публичных политик Аркадий Барбароши ответил на обвинение Рената Усатова. Тот заявил, что опросы, проведенные учреждением, содержат ошибочные данные. По словам Барбароши, даже если результаты, приведенные в исследованиях, не нравятся Усатому, они верны. Я хотел найти опрос, в котором бы у господина Усатова было бы 7% голосов, но не нашел такого. Пусть лучше он позаботится о своем электорате, чтобы привлечь тех, кто еще не уверен в своем выборе, чем говорить о таких вещах, которые абсолютно неправдоподобные. Я думаю, он портит свой имидж перед избирателем. Недавно лидер одноименного избирательного блока Рената Усатый обвинил барометр общественного мнения, представленный в понедельник Институтом публичных политик, в том, что он содержит ложные и ошибочные данные как в отношении его формирования, так и в отношении других. Также, по мнению Усатого, в опросе предпочтение отдано ПДС и блоку коммунистов и социалистов. По словам политика, в случае с его формированием проценты намеренно занизили. Усатый считает, что избирательное законодательство необходимо изменить таким образом, чтобы ЦИК не разрешал проводить опросы всем.